Привет, с вами я. Про 585 БГ. И многие из нас знают, что покупка скинов, и многие задумываются, а какие скины, собственно, покупать? Да, в мире Pokemon Go есть скины подрекомендованы. Такие, как скин ниндзя, вот это, они сейчас... Под рекомендацией. Но нас не интересует так сильно. Такие скины еще. Вот такой скин. Такой. Но он не входит прям под вход. Все эти скины входят под такие скидки. Ну, почти. И у меня еще удивляет вот этот скин, почему его так понизили, блин, сильно с 1330 до скидки 50%. Скидка 60%, нифига себе. Ну и такой скин также. Ну и с этим скином скидка 30%, это нормально. Но также есть люди, которые копируют скины и делают из них всякие чукапабры. К примеру, так можно сделать, кстати, крутой скин. И причем я с такими людьми могу полностью согласиться. Какая бы ни была эта часть скина, но она хорошо может вписаться в ваш люкс или прикид. К примеру, так как сейчас показано у вас, что здесь, в принципе, как по мне, очень хорошо вписывается... скин этот, как многие мы сейчас видим. Но здесь также хорошо выведен этот скин. И поэтому сейчас, как вы видите, я одеваю свои прежние скины, чтобы показать, как они выглядят. И сейчас, как вы можете понять, мы делаем идеальный скин. Для кого-то идеальный скин это простое слово, для кого-то скин просто это мечта. Например, вот этот скин. Здесь взято все, что из я брал вроде как из прошлых скинов, кроме какой-то там штучки. Уже не помню с какой. То есть посмотрите, как это все сделано. Плащ и вот такая вещь. Как по мне, это выглядит, в принципе, даже очень и очень хорошо. Что касаемо украшения, но я не знаю, в плечах это может быть и эта вещь, ну, я эту штуку, которую у меня на мне была, я простряла ее. Ну, ладно, не суть. Может быть и такая ретроспектива, я хз, как это правильно называется. И тут уже на ваш вкус. То есть, как по мне, мне нравятся плащи. То есть, я хочу покупать плащи. Но я буду еще копить вот на этот скин. Вестник смерти. Прикольно, его сильно понизили прям. На месяц могу купить. Я на него накоплю. Под позже. Ну, к сожалению, на этом все. Сегодня без каточек по Бедварцу и без советов. На этом все. С вами был я, Профессор 5БГ. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.